Взгляните, уважаемые дамы и господа, на нашу сибирскую природу. Посмотрите, насколько все прекрасно, насколько она гармонична, сурова, но гармонична. На каких бы континентах я ни был, какие бы страны ни посещал, на каких бы тропических островах ни отдыхал, я всегда думаю о Сибири. Сибирь-матушка глубоко в моем сердце. И всегда с большим трепетом я жду возвращения назад. Когда возвращаюсь назад, я чувствую гармонию. Я чувствую, что я дома. Что может быть лучше, чем ощущение дома? Сибирь – это то место, которое навсегда находится в моем сердце. Вот так.